такая вот фигня сделана у нас сейчас импровизированная для проверки подсосов воздуха из двух бутылок. В центре сигарета для создания дыма. Ну, можно назвать дымогенератором. Забивай. А, сейчас, погоди. Косячило. Есть чем прикурить-то? Сейчас найдем. Давай, держу. А, нет, не найдем. Блин. Это нормально. Ну, уже да. А, уже... Все. Так. Давай коптилку свою. О, прет. Соединяем коптилку. Наш бульбулятор. Ага, Дымать. Давай. Запихнем его сюда. Мне кажется, она будет валить изо всех щелей. Ну, нам и нужно, чтобы она валила. Это нормально так. Опа. Вот здесь вот. Почему-то вот здесь вот. Пускает. А, надо на газ нажать. Нормально. О, вот и нажал, и пошло. Откуда? Откуда-то там изнутри, я, честно говоря, не вижу, надо как-то глубже заглянуть. Погоди, давай. Че? Непонятно. Он уже укурил так прилично. Слушай, знаешь что? Вон, изнутри откуда-то. Откуда? Откуда-то вот из-под этой прям. Подожди, секундочку. Вот, хочу, а, не хочу увидеть дроссельную заслонку. Не заслоня. Вот сюда, остановись. Нет, там вот дроссельную заслонку возможно просто-напросто. Ну-ка, попробуем. Прям сразу же отсюда, отсюда вот, с середины. Кого нет, сзади тут тоже. Непонятно. Слушай, ну это дроссель. Похоже, дроссель. У шланг. Это вот возле дроссельной и вот этой. Похоже, будет отсутствие. Знаешь что, давай еще по последней. Куда-нибудь туда загляну.